Вот наш, вот мы дошли. Это что здесь вытворяют скинхеды? Вот так вот, ребята. Ну да, я сразу говорю, сейчас, скорее всего, сейчас тормозить будет. Потому что сеть прохая здесь. Ну как и есть, вот сейчас спускаемся, пойдем в другой дом. Видите, тут творится. Ходим мы аккуратно. Потому что если снег, один шаг влево, шаг вправо считается побег, да и улетел вниз головой. И пока известному брогали Петруни. О, смотри. А, это вода. А это нитка какая-то, походу, да? Да, какая-то нитка. А, леска, леска. О, что здесь вытворяют? Пускай сейчас догоню. Ну, а смотрите, какой вид здесь вообще. На соседний дом, смотрите. Вон какой. Вот так вот. О, погнали. Вот так. Гуляем по заброшенкам, по заброшенной. Не зря взяли воду. А, да, и воду взяли, обливаемся, потому что жара, у нас 35 градусов в Москве, ребят, это просто жесть. Видите, как мы в виде ходим в трусах? А тут вообще всем, правка, тут вообще всем пофиг, потому что здесь, ребят, ну никого нету, просто никого. Всем на все. Так что вот так вот, ребята, мы ходим. Зацени. Идем. Посуда, которая в этой пыли. Посуда в пыли. Вон они, да. Ну, посмотрим. Пыли, они давно здесь, да? Да, здесь, походу, давно кто-то здесь очень давно ходил, бродил. Вся посуда в пыли. Ого! Ого! Здесь собрание видно будут. Здесь, походу, да, когда бухал очень жестко, бомжи какие-то. Давно уже было, видишь, да. Какая здесь. Все пылью покрыто. Все пыль уже давно покрыта, ладно. Сейчас мы пойдем в другой дом. Таня, уже другое видео покажу вам. Но видите, какой вот первый этаж получается. Вот выход. А ну-ка, я сейчас закажу тебе. Ну, видите, какие здесь. А, видите, какие здесь офигенные, да? Ребят, типа здесь, наверное, раньше туалет, душ был. Ну, видите, какая здесь комната, комнатушка была. Это был 82-й год, 85-90-й. Вот люди все повыезжали. Вот так вот, ребята. Вот, вот так вот, ребят, так и живем. Мы зайдем в соседний дом, там уже маленький, не пяти, то есть тут два пятиэтажек и много маленьких домиков, там трехэтажек, двухэтажек. Сейчас мы туда зайдем, вам даже все покажем. Все, ребят.